Ні зброї, ні зарплати, ні труни. Росіяни вкотре ниють на свою непросту долю в Україні. Так ГУР перехопила розмову батька із сином, в якій останній без прикрас розповів – їх кинули на вірну смерть. Привіт, сина. Здорово. Не бухаєш, може бухой, що ли? Ну, ясно. Техніка хоч є, пушки, х**юшки, міномети, блядь, танки. Нет, ну это все хуйня, вообще хоть вооружение есть? Что, ни танков нет, ни БМПушек, ничего нет? А где это все, блядь? Короче, там только пиздец, что, блядь, все есть. Короче, просрали все вооружение, все пропили, да? А то показывают танки, там Т-90. А то, блядь, валятся нахуй. Постоянно там какой-нибудь Солнцепёк, блядь, там это. Китай там помогает свои эти пресс, блядь. Это наши, уже, наверное, половина нашей техники, наверное, у хохлов уже находится, блядь. Уж пока там танки бросили, там, а? Сколько осталось? Да ну нахуй. Ну а где же и не хоронит никого, блядь? Ну они же и домой не звонят уже, когда выходят. Так там одни кости останутся. И что, вот тебя ранят или убьют, тоже останешься там лежать, блядь? Ну ясно. А от наступному персонажу пощастило трохи більше, чи то не пощастило. Тут же вирішуйте самі. Так от, йому щедро заплатили за його цинічну роботу. Але карма прилетіла майже миттєво і просто в обличчя з кулака ВДВшників, які отримують меншу зарплатню. Прохожу службу в батальоне 18-22 вооруженных сил Российской Федерации. В данный момент нахожусь в Херсонской области, недалеко от Новой Каховки. Вчера у меня произошел конфликт с контрактниками 247-го полка ВДВ. Они недовольны тем, что мы получаем больше их, и при смене, соответственно, мне сказали о том, что вы должны ходить на передовую, а они не должны, потому что зарплаты их меньше. За это меня избили. Соответственно, я же не виноват в этом. Я им говорил о том, что, ребят, вы что, зачем вы так делаете? Обращайтесь в Минобороны. Они просто избили меня ни за что, ни про что. Дуже шкода, що так мало. Але добре, що по пиці не дістане оцей бурят, бо його і бити нема за що. За останні 7 місяців він в кращому випадку за свою службу отримав велике спасибі. Зарплати взагалі не було, от, до Нового року не було. 7 раз писав дані, там неправильно, то неправильно сказали. Получали ваши родственники, правильно? На карточке была на родственников оформлена, ну как, они получали деньги или нет? Нет, карточка с собой была. Хорошо, кто получал? Вы снимали деньги? Нет, потому... А вы видели в телефоне, какие у вас суммы на карте? Не, в банкомате там засовывал, там 0, 0, 0, 0 было потом. Ось така вона – скрутна доля росіян і всіх, хто воює за РФ в Україні. Або без грошей, або без зброї, або без життя. А для особливих везунчиків – акція 3 в одному.